наша прогулка на маленький кораблик Фрея. Ну давайте, заходите. Ну подожди, он еще не сказал. Потом сейчас залезем. Ну спасибо. Можно? Маню поди. Вон борт есть. Зачем тебе пакетик, если мы шли в машине? Нет, первый раз его. Итак, мы плывем, немножечко делаем раскрутку. Вот Майки с нами, капитан наш. Давид, Лиза, Таня, Павлик. Мальчик, иди сюда. И я. Смотри, чтобы он за борт не улетел от качки.
кстати, когда стоишь, что-то меньше, да, качает вот стабилизация у тебя стоит. Мам, знаешь, что если стоишь? Сколько годин вы? Сколько годин вы плывете? Тук метр. Тук? Да. Ну, знаешь, раньше метр. Да. Блин,
12-13 метров. Най-глубокий ток. 24 метра. Около 23 метра. Около острова там, да. Най-глубокий 23 метра. А най-глубокий в Черноморье? Нет, это 120 метров. Към турските брегове е към 1000 метра, 800 метра. 1000 метра, да. И може минути в пятия. Здесь 12-13 метров, там где остров 23 метра. Самая глубокая часть, вот он сказал, которую он знает, это ближе туда к Турции, там 1000 метров. А отсюда вот так же реально? Конечно. Там меньше километра еще. Ко мне приезжал там одна объява за продажба за лодка одна. Сколько город дал такие лодки? Различные лодки различно служат. Цена-то различна. Не, нечто такого. Сколько години на лодке? Тя беше аз се сарирах и направих. Ага. Дава много пари да я послувам. Ама не знам, той всеки по-различно. А това е българска лодка или не? Българска, българска. Да, тук е правена. Много е правена. Една от първите лодки, де е А. 40 години е правена. Тя е гръцки модел. Дяде. Ага. Така, от островите, гръцки. Ага. Трябва да имаш книжка такова, да, за управление? Капитанско. Капитанско, да. Капитанско, да. Много документи искам. Такси, данъци, пак по места. Не е само да това. Не имаш. Медузи има. Да не имам. Опасни ли? Не. Тук да не е полязва. Как са опасни те въобще? За малките. Ага. Нещо не няма. Е.
такая у нас небольшая морская прогулка в Созобле. На небольшой лодке. И наш капитан, вот он, сзади капитан, он нам рассказал, что этой лодке 40 лет. Она сделана по проекту греческих лодок, но сделана здесь в Созополе, на Созопольской верфи, так вот здесь делают лодки. Рассказал про глубину, здесь вот в Созополе глубина не очень большая, там от 11 до 23 метров. Но есть еще более глубокие места, до 1000 метров достигает, это ближе к турецкой границе, ближе к Турции. Немский знамя. Только самого. Може. Престига от Германии? От Балтийского моря, что так? Да. А, Балтийского моря. Или как? Много номинал. А, не. Пресредземное море, да. И с тази лодка можно доплывать по морю, так? Да, да, да. А чего не сюда? Типа Бавария. Что приплыли. Нет, ну, на такой херне
станет, сейчас нас будет укачивать на суше. Thank you.
Счастье, Павлик. Балдеж. Рома, тебе понравилось? Да. Собаку там. Майки, майки. Мне понравилось. Ну сиганям увы. Сейчас у него голова закружится, он сейчас сойдет на берег, Майки, и у вас у всех голова закружится. А вы уже заплатили? Мой рюкзачок возьмите. Подними. Давай. Держись. Все, Лиз, проходи. Проходи, проходи, я говорю, можно. Значит, слушай меня. Мокрый, я сел на мокрый. Что там?
Юр, вот зачем вообще тут прямо сюда пустил? Метр три. А, нет, небольшая, ты еще тут метр. Кепка есть. Во, там. Благодаря.